Зал большой. Всем привет, мои хорошие, мои любимые. Вы попали на канал Бурмаги Владислава либо Жамберовича. Сегодня в этом видео я продолжаю записывать свои реакции на национальные отборы и их победителей в разных странах. Евровидение в этом году пройдет в Роттердаме. Очень интересно, потому что Норвегия в прошлом году... Я буду записывать сейчас реакцию на Норвегию. Норвегия в прошлом году заняла первое место по зрителям. Реально, первое место за нее отдали зрители. Конечно, целевой шок-контент. Манице понравилось, потому что для меня это была худшая песня. Только из-за того, что там есть вот это вот короче, ой, все, не хочу никого. Сразу давайте просто послушаем Ульрике с песней Attention. Ульрик. Боже, как у меня голова болит, вы не представляете. Ульрике Бран. Ой. Скрипочка. Вау, красиво. Ну красиво, да. Ну хорошо, она такая породиста, понимаете. Ой, что-то такие знакомые, такие напоминают мне. Ну, нот есть 7, так что не страшно. Ну, вокальная песня. Ой, боже, какой у них зал большой. Ну, зал реально большой у них. Фонарики все запалили. Ну, как-то скучно уже, господи. Давай расчехляйся, женщина. Ульрика. Куколка. О, господи, не, все. Я думал, что после этого вот, ну что было, будет что-то еще. Не, нема ничего. Ну, короче. To you. Хороший вокал, но припев, я даже не помню, какой-то припев был. А, вот это припев. Ну, таких припевов миллиард и 23 тысячи. Ой, как красивая сцена, вот это вот все такое. Ой, я так поздихаю на ее выступление, потому что скучно. Вокал, вот это вот все, оно нудное. Ой, о, фейерверки. Положила много денег на этот номер. И фейерверки, и дрельку, и кто там дрелит. Класс. Хорошая песня. Светлая, такая позитивная, но, мои куколки. Это даже может не войти в финал, потому что такое вот, вы видите, я позихал уже 3 раза за этот просмотр. Ее все поддерживают в стране, но это же страна, это же не что-то такое. Ой, бандуристки, ой, эти скрипальки, чеких там. Ну хорошо, нравится, мне нравится, хорошие мои куколки. Хорошая песня, но может даже в финал и войти, короче, мои куколки, подписывайтесь на мой канал. Реально, я не знаю, что про поводу этой песни говорить, но вокал у нее хороший. Таких песен миллион, я уже хочу спать, конечно. Если вам понравилось это видео, реакция на Ульрике, то подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. И всем хорошего настроения, мои куколки. Не буду отнимать у вас много времени. Спасибо за просмотр.